нас номер один. Нави против команды Team Spirit. Смотрится, конечно, матч очень хайпово. Так еще не просто матч, да, Нави Спирит. Матч на вылет. Кто-то покидает квалификации, и кто-то остается за бортом, да, Dream League. Пятерки у него 766 ранг. Нападает на Пупея, нападает на пенсионера нашего любимого. Пупей, скорее всего, отправится, потому что есть еще один заряд шрапнели, и это минус Пупей. 1-0 делает камп. В общем, Кунка пока кайфует, нападает на Кинга на боте. А теперь приходит Пупей за спину. Добрый вечер, но есть семечка, пока работала она и захилила Кинга, но нет. 3-2, и плюс уже Мипошка отступает, брат. Так. Торрент и Дайбрингер. На карте. Сейчас врыв на Санс. Пошли. Вортекс полетел, но он, конечно, был заряжен сейчас, да, своим шут-крашем. Есть Лианы. Кинг даже прилетает, нажимает бим. Спирит настроен серьезно его убить. Пошел вперед Лар, нажимается клип, но они прям настроены его забрать. Они, видимо, обозлились на него после этого ганга. Это уже поинтереснее. Ну, их пять раз здесь спиритов. Корни, ай, хорошо. Кораблик полетел. Круто. Круто получается, корабль в бухту прилетает, минус уже Санст есть, и Заяц тоже, конечно, тут умрет. Бим от Кинга, хорошо. Ну, не наверное, на Кентавра, на Интернешнле покупали Тараску. Было такое, у нас Бума принимает, Бум, там и... Слушай, ну они его убивают, конечно, да, мне просто понравилось то, что пацаны на него нападают, и героям баунти копают. Там нормально вообще все у него. Так, поймали попеху, нажимается Слип. Не понимаю, драться они что ли будут? Ну там приходит Санст, вот в чем дело. Ведем будут. Нажимается массовое ТП. Превращается у нас Юраги Шторма, нажимает Вортекс. Кинг на месте. Бимик сбивается Кастер Линтандра, но он уходит в кустик, его активирует. Все равно покатился вперед. Тут есть сеточка у нас по Кингу. Умер сбоку Заяц, но контается Санст. Кинг находится в фокусе команды над Финцер. И бим прям в прыжке. Минус Санст. Забирает его Кинг, но умрет самый Кинг сейчас. До свидания. Начинает бить Бума. Бум живой. Тут сбоку Юраги скушал у нас Мипошку, снял с него стрики с 3 киллов, если что. Так-то неплохо. Попей там накастовывает свою сеточку и притягивает поближе Руи, забирает еще и Руи. И сейчас можно сносить вышку тир 1. Ну да, это какой-то очень... Стас, видно, старый зритель у нас нападает у нас на Заяц. Заяц принимает. Есть шрапнель, Юраги выдвигается, Ларл, ну, Вортекс нажимает по нему, если что, Юраги приходит слипчик, активирует Пупей, ничего не решает. Там Кинг просто, нужно уходить. Нужно уходить, есть корни, и Юраги накрывают корнями. Роллинг Тандер вкатывается Санс и начинает кататься, хорошо. Кайт спрет на Руи, нажимает ТП, понимает, что здесь все, дело пахнет жареным, но там еще активно, да, Роллинг Тандер, так что он отсюда улетит. Да, например, и так далее. Так, тут есть сеточка, Малик притягивает его, активируется Блейдмейл, но там бум, пошли станы и так далее. Работа пока что шапнелька, Малик очень крепок. Он пока еще пайпу не нажимал, если что, нажимает сейчас, попадает на Юраги, нажимает на ту, уходит по фокусу команды Team Spirit. Малик все еще там выживает, он, конечно, невероятно крепок, пошел и клип, друзья. Но там тоже есть свой пайп у Бума, Бум стампит и разбегается подальше от клип, скончается действие клип, нажимается Монтастайл, Террайс Кинга пошел, очень больно Кингу, скорее всего, Кинг здесь останется, да, минус Луна. И теперь Нави вперед, пошли ловить команду Team Spirit, есть крест, есть торрент, Малика поймали, слип, зачем? Видимо, чтобы дал Бум очень сочный стан. Ну, там, в двух героев уж точно. Но даст он его или нет, получается Вортекс. Там торрент четверых залетает от Малика. Смачный был торрент, но, возможно, он за это сейчас и останется тот. Бум без блинка. Но у Пупехи есть сеточка. И пошел Малика притягивать. Как же он им надоел, да? Сколько они с ним в этом файте возились, но в итоге разбираются. Ну, по крайней мере, для меня, друзья. Не знаю, к вам. Может, вам здесь все понятно в этой игре. Но мне пока вообще ничего не ясно. Ну, начнется ли она? Санст покатился. Бимчики полетели. Пупек активирует у нас Глиммер. Здесь Кинг, БКБ и Клипс. И убегает просто в сторону. Команда от команды убегает. Ты куда это? Вот твоя команда. Ты куда? Кинг, за ним гонится еще и Юраги. Биба и Боба, я вам серьезно говорю. И один и второй там пока забирает Пупея. Здесь команда Team Spirit. Хорошо. А, ну, почему он от команды убежал? У тебя же бабочка, братан. Сейчас борт не так страшен, это был БКБ, Руи застрял у нас на хэграунде, умирает Руи, поймали Малика еще. И Малик, видим, не-не-не, тут он жирный очень, нет. Ой-ой-ой, спириты, Бум стоит,
Так, слышит звук, все. Сейчас будет интересно. Мипошка залетает первый. Пошел на прочек. Мипошка, да. Мипошка Рошанчек. Остальные вылетают все. Летят все остальные. И отменяют, отменяют. Рош падает. Нави переиграли. Да. Нави переиграли. То. В общем, как-то так может быть, не знаю. Ладно, Санс залетает на Рулин Тандри, поймали Кинга, Кинг, но там Баттерфлай, что-то он вообще под Ливинг Армором, ни хрена и по Кримсонам не чувствует вообще. Он ничего не чувствовал. Нужно ему разворачиваться, нужно перестать бояться, не нужно волноваться, здесь нужно драться. И БКБ, и Клифф полетел от Кинга, пинает Пупей, Пупей нажимает Клифф, умирает моментально за это. Юраги сражается, Кинг развернулся, Сатаник пошел, и он убьет же его, да? Забирает он Юраги, бум нажимает стан, и Кинг вполне жизнеспособен оказывается, да, на такой минуте поздней, и сражается, и дерется, минус Санси, находится Юраги в корнях сейчас, Бэтлом работает, но нет, нет, друзья, под Ливинг Армором, под Пайпой, под Кримсоном ломает пока что сторону Кинг, друзья, у нас. Там прыгает бум, залетает. Есть Райс, запрыгивает Лар. Роллин Тандер покатил Санст вперед. Катается туда-сюда обратно. Кинг сражается, нажимает, стой, нажимает. И Клифф пошел. И Сатаник нужно просто дать ему бить, но бить не в кого. И пытается уйти. Ошибка. Ошибка от Кинга. Ошибка. Он нажал телепорт, но его сразу сбивает, естественно. Ну, наверное, даже если бы он его не нажал, он бы и не ушел. Сейчас стычка. Здесь Нави. Нави залетает на Кинга, полетел Эклипс, очень больно Кингу, Кинг, Сатаник нужно спидать, он дает его и начинает лайфстелиться, живет и умирает, Юраги умирает, Попей умирает, по, умирает, бум, минус 3, и Сатаник все-таки нажал свой Сатаник в последнюю, там буквально миллисекунду, потому... Главное пушить, это самое главное, нахер этот заяц усрался вообще, бейте сторону, да, и все. Это для них сейчас самое главное. Ну а Нави главное просто выиграть время. Как-то их нужно убить, но там еще пачка под базой и еще одна марширует ближе к базе. Поймали Пупея, Пупей. Ассасинейт, но там грифса нет. То есть Глиммер, он выживает. Сатаник, там же курса, да, шардовая. Неприятно. Нападают на Кинга под появлением Юраги. Ну и пошел. Роллин Тандра. Они будут драться. Они будут пытаться Кинга этого убить. Друзья, Кинг БКБ нажимает, но он без Сатаника. Сейчас нужно быть ему осторожнее, потому что потом, если кончится БКБ, и ты будешь далеко находиться, тебя убьют, скорее всего. И пошли на него вперед. Нажимает, друзья, Эклипс. Но там сейчас нет Сатаника. И вот нажатие Сатаника. Сейчас заруинил. Момент спиритов сражается, конечно, Лар. Но там бум. Под Глиммером у него 5000 хп. Его убить нереально. Тут Заяц сбоку. Минус Заяц. Нападает. Убивает Руи. Минус Руи. Юраги на мужика. Вперед. И теперь еще и Малик, по всей видимости, останется у нас здесь. Хотя тут нужно будет, конечно, повозиться. Вейформ вперед, но недолго он, оказывается, и возился-то. 300. Это сейчас он без зарядов даблдэм уже еще. Делают прям вот, ну, постоянно они... пытаются, да, вот в бой вступить. Но пошли. В этом есть свои шармы. Если что, Санси Роллап нажимает, его можно убить. Да, его забирают. Он с байбеком. Бай у всей команды Нави присутствует. Пупей, Айон Ди сработал, но он дал свой слип. А без БКБшки уже Ларлы. Это интересно. Это интересно, его могут убить, форстафет, нужно как-то постараться подсейвить. Стан пробивается, нажимается на него кучу аур, корни активируется, он спасается, он выживает. И минус Юраги, первый раз минус бум, но умрет Лар, за это он выкупается, возвращается обратно. Кинг, друзья, БКБ уже дал, но Сатаник, он своего не нажимал все еще. Нужно будет нажать, но ему нужна какая-то помощь Манта, его могут сейчас убить, его могут убить, его заберут. Минус Кинг, он купается также, полез обратно драться, срочно, срочно, срочно. Малик отправляет в таверну. Минус Малик. Здесь что у нас? Разлетается пока Лар. В общем, разлетаются они. Слушай, геморных. Спириты выходят куда-то. Спириты вы куда? Нападают на Юраги. Пошел Клим с БКБ. Выживает он. Это было близко в моменте. Подгоним на Эклипс, но не хватило им. Не хватило. И вот сейчас, друзья, важнее Эклипса уже. И у Кинга все еще сейчас тут БКБ 11 секунд. Куда пошли? Куда, чем мы пошли без БКБ у Кинга, без Эклипса? Куда мы пошли? Спириты непонятно, что они делают сейчас. Юраги вперед нападает на Кинга. Сатаник у него присутствует. Есть Сатаник. Разворачивается Юраги. Ошибка, умирает Юраги. Минус Юраги. Что у нас с Маликом? Малик БМчик форстафает, его спасается. Бум. У него 7000 хп.
7000, там, да, дабл тейджи шардовый, пилит его, кинг БКБ откатилась, нажимает, Юраги после бая, а кинг-то без байбека, куда он пошел, 1-5, куда он пошел, минус руи, друзья, кинг без байбека, и сейчас все в руках Нави. Если Na'Vi сейчас хотят закончить эту карту, они могут это сделать. Они могут пойти, их 5, этих четверо. Ну а Spirit нужно делать чудо лор. Ты куда? Ой-ой-ой-ой-ой, лар подставляется еще здесь, ошибка. Ну все, друзья, он тоже без бая. Ну ладно, у снайпера Дайдалус, пик это молнии, хорошо. Окей, давай, Руя, пошел, пилить. Стреляет, да, там мор прыгает, страшно очень, страшно, бум, вперед, он не боится никого, когда нету кинга, нету ларла, умирает мипошка, падает, друзья, Т4 вышка, раз, падает Т4, два, и нажимается пока глиф, минуты плюс 10 секунд не будет у нас кинга, и 90-1,5 минуты, в общем, не будет у нас еще и шторма здесь, кораблик залетает, сыпется, сыпется, друзья, Т4 вышка, Юраги не отвлекается ни на кого, он просто бьет трон и делает все правильно. Руи, гранатки, пытается время вырыть. Мипошке нужно подойти, дать корни. Через 4 секунды они будут готовы. У него бум дает хороший стан. Нужны корни дать, но нечем. GG, друзья. И в этой, ну, очень в моментах излишне осторожнее. Осторожнее. Осторожной. Блин, что я оговариваюсь. И в моментах излишне агрессивной карты. То есть карта, это просто карта эмоций была. Какая позиция-то будет? Мипошка будет на престол бэке. Это что-то новенькое. Ну ладно, окей. Ну, здесь дальше все понятно, да, у команды Na'Vi. Единственное, что лишь рак, да, будет четверкой, туз будет у нас как раз таки пятерочка. Квестов вообще всех раскупили. Часть Нигма, часть там Аврора, часть вот... Забрали себе спириты, Малика перекрывают, торрент нажимается, они будут бить Юраги, он не спасает себя, он нажимает на Юраги, молодец, Малик. Он сам напросился, смотри, неплохо, напросился сам. Получил Инферноблейдом, догорел. Ну, вот так вот. 1-1. Виндран. Лайтинг Шторм. Тут у нас прибегает Пупеха. Пупеха. Пока что... Ну, в общем, Мансит. Кинг. Лайтинг Шторм получит еще один. Прибегает Руи. Печенька. Гранатка бросает с Кинга. Повершот. Он заряжает. Заяц покраснел. Но и также умирает Кинг. Размен 1-1. Ну, там Аврора условный. Но я стримил его. Типа, ты, по-моему, что-то перепутал. А здесь нападает на Мипошку. Пошли, Мипошка закрывает проход. Мипошка у нас умирает, отправляет в таверну. Там крест, там корабль полетел. И получает корабль плюс тренд Юраги здесь. Но там сноубол, неплохо Пупеха отыгрывает. Но прыгает вперед Лар, но будет спереди. Пошел на стартапе вперед, забирает его. Минус Юраги есть, бум, приходит Зайчик, Сайлент, Санс, Тюбринков, трех героев. Пошел, контакт. Кинг там тоже стоит, настреливает, забирает Ларла. Дальше, Тачо, Дум получает Малик. Но будет сложновато, по идее, ему уйти, но может получиться. Кинг Зайц тычку сделает, но там сноубол, добить его, парни! И Скейтербласт достает до него, Кинг все еще играет. Малик, друзья, пал, Санстя получает печеньку. Мипошка пытается прийти, идти вперед, главное Кинга спасти. Там все откатывается, Виндран, он убегает. Яростная атака, да, с двух сторон была сейчас. Что Na'Vi, что спириты очень агрессивно действовали в этом замесе. И продолжают так, Руи, что с прицелом. Руи нужно поправить немножко прицел. Прибегает уже Юраги, возвращается обратно. И Коэл, минус Мипошка, уже там дашь. Минутка-то ранее, друзья, герои быстро очень встают. Вижу, друг мой, то, что все дошло. Русик и... Или волосатый ежик. А у нас сейчас тут Санстя может стать с волосатым ежиком. Хотя больше на нее похож Мипошка. Нападает на Ларлу. Больно Ларлу. Печенька есть, спасает его. Все, пошел дземлейт. Нужно теперь просто отойти на дистанцию и стоять, ждать момента. Санс идти в таверну. А вот Ларл нет. И может быть еще получится пеху-то забрать. У него сейчас сноубола не будет еще 7 секунд. Реквием отменяет Юраги. Но можно вот так вот запрыгнуть на ХГ. На боте, драка началась, есть дримкоил, убьют ли зайца, хороший был реквием, разрывается вся связь, да, с дримкоилом падает заяц, пошел кораблик, а Малик много впитывает очень урона и пока живет, даже ты прикинь, выжил. Какие-то сочные цели. Но нашли, увидели бума, бума принимает, есть по нему ремнан, полетела мортира, работает, мортирка, тот минус бум. У него, к слову, был еще и стрик из 4 киллов. Пока что...
Пока что все очень неплохо. Здесь команда Team Spirit на этой карте. Дом разряжается. И вот Нави пошли в атаку. Малик зажат. Там от Кинга Глейтнер. Фокус Файр полетел. Но есть сноубол. Но сноубол на Кунку, который пока вроде выпитывает. Прыгает Лар. Пошло от него дизмлей. Хорошие. Минус Заяц присутствует. Юраги Реквием кастанул свой. Малик корабль успевает дать. Но попадает только Бума Торрент. Бум умрет. Да, переживает. Мне кажется, что вообще не стоит нападать на Малика через Дум. Особенно лучше дать какого-нибудь Кинга условного. Ну и здесь подставляется еще и Юраги. И вот так вот Нави сами пришли. Хорошо. Молодцы, молодцы. Есть Аегис. Получает его Кинг здесь. Отлично. Нужно правильно делать все. Итак, начинается драка. Там сноубол на Кинга. Кинг убегает шардов подальше. Здесь Юраги дает дум по пипошке. Ну, в принципе, Бум отдал свой дум. И можно сражаться. Снимается, друзья, каст Реквием, потому что есть аганиму Ларла. Юраги минус Юраги есть. Да, убили, конечно, пошку там через дом, но все равно. Ничего страшного. Кинг по буму. Фокус Файр минус еще и бум. Минус 2 в размен на одного мипошку, которого даже не было стрика. Опа, а это кто? А это Кунка. Ну, смотрите, здесь, когда он, конечно, один, там попроще. Нормально насыпало. Нормально. Так, мипошка. А что за фит пошел от спирта? Шарды не очень удачный, но есть дримкоил. А Руи, лучше, наверное, тебе уйти. Но побаиваются они спиритов Нави и отходят сами. Да, отходят, нападают на Санстю. Ё-моё, Санстю, до свидания. Моментальный минус. Есть на Бума вперед. Он пока что под бустами в виде пайпы и Кримсона, поэтому впитал. Там неплохой станчик есть. Кинг у нас имеет БКБ, поэтому, да, не так страшно ему вперед вроде бы идти, но все равно Эгис легко отдавать не хочется. Реквием, плюшки летят, СМКБ. Еще один удар остался по Кингу, не хватает. Заяц Меку нажимает, пульс снова работает, но нет, не убили они здесь Ларла. Кинг умер первый раз, но это Аегис, который бы кончался через там буквально 5 секунд. Уже шикал шот, сноубол будет на Кинга, Юраги. Но Реквием он уже свое давал, бьет Тон Кинга, Кинг БКБ. И все, Виндран убегает, он подальше отсюда. Там корабли пошли, в Юраги залетает корабль, бабах, еще один летит, пушки стреляют. Да, из этой черной жемчужины забирают Юраги. В общем, получается его пробить очень. Но нет, не получилось. По байбекам, друзья, Юраги без байбека ему не хватает 63 золотых. Кстати говоря, баунс тут поднять нормально будет, все. А Бум прыгает, и Трико умирает. Кинг быстро очень, он же был бы, да, он же был без БКБ, друзья. Поэтому забирает здесь Нави. Ларл, Астрал Степ есть, да, заряд, убежал. И минус Кинг, а там-то был стрик из 3 киллов. Ну и в принципе, ВРК все равно богатая, очень за нее дают солидные денежки. Подождите-ка, Ларл останавливает, есть хороший торрент. Но он догорает от Бума, от его Инферно Блейда. Минус Бум делает стрик из 4 киллов, снимает он с Ларла. И это еще не конец, Малика поймали, он нажимает БМ. Но он зажат, конечно, здесь в шардах, до хосты пытаются добежать, но нет. И добрый вечер, и Нави камбэкаются. Давай, смотри. Пока добегут, Рошан уже упадет. Да. Ну все, он упал. Знаешь. И сейчас она чистенькая лежит у меня в рамочке. Здесь нападает на Бума. Бума можно быстро убить. Это будет очень важно. Килл, если получится без Дума. Да, забрать Дума. И подождите-ка, Мартира полетел. Ну, чтобы он, в смысле, его не дал. Он замахивается, но не успевает. А он без байбека. Юраги тоже красные. И минус Юраги, минус Заяц. Минус 3 оформляется командой Team Spirit. Минус 3 выкупается Юраги. Но Заяц, но Бум. Они без байбеков. Катастрофа сейчас для Нави. Пока падает еще и Пупи. И падает самая главная сторона, GG. Все, сдаются. Охренеть. Сдаются уже на это. Но будет непросто. Тут для спиритов. Но с другой стороны, можно быстро разыграться. Хотя быстро можно и Нави разыграться, да, через темпларку. Потому что бывают темпларки, берут на себя игру. Поймали Зайца у нас. Заяц. Скорее всего, отправится Заяц в таверну тут. Друзья, 1-0 за командой Team Spirit. Забирает первое убийство у нас Кинг. Бля, тупить немножко. Кинг выходит на Зайца здесь. Заяц, скорее всего, умрет. Но Баунти, может, хоть поднимет. Нет, не поднимает даже Баунти. От Зайца, к слову, уже третья смерть. Вот там весело. Здесь тяжко. Пошли, принимают мипошку. Есть подкоп. Монодрейн активируется. Мипошка, Найтмэр. Выживет мипошка, скорее всего, не выживет. И вот оно, наконец-таки, первое убийство от Нави. И так далее, но...
был очень проблемно читать от него геймплей. Нападает на Ларла, есть крест, есть корабль, прилетает, палец сверху уже бросается, это минус Лар. Приходит Кинг с аганимчиком, начинает спрейтс, ну и да, это аргумент, чтобы отсюда отойти Кинга будет сложно. Но Ким пока не интересуется, а Малик пока стоит здесь один, вообще-то, да, Малик, команда суппорта у тебя далековато, что ты делаешь? Ну это было странновато от Малика, откровенно говоря, нажимается стампит, и пока что он выживает, крест, корабль мимо, и он спасается просто чудом каким-то, а? Просто чудом, но спасается Малик, но вообще муф от него был странноватый. Почему? Потому что саппорт уходили в другую сторону совершенно его. Санси рефракшн, но там фингрип, мипошка, нет, не отпускает он его. Минус Санси. И все, в чем проблема, да? Крест-торрент. Руем. Раблик подкоп есть, но в общем Руя тут получает массу урон, но пока что он впитывает, смотри, нажимает стики, получает еще и хукшот, палец его, они в него столько часа дали, можно вообще-то драться для команды, сейчас Team Spirit против Na'Vi, шикаушот, хорош, сбивается каст, финсгрип пошел, метеор, Малик стан, в четверых героев выпустил, ты представляешь, Малик, Ревач нажал самый настоящий, но пока трудновато с киллами для спиритов, залетает Юраги, убивает Малика, там подкоп до Ларла достает, минус Лар, минус 3 по итогу. Хотя, казалось бы, Na'Vi все почти отдали все, что можно. О, видите, нет. О, да, интересно. Ой-ой-ой-ой, Sun-City! Он не ожидал такого урона, видимо, от Кинга, да? Там рефракшн снялся, и там уже стаков спрея было очень много. Ну и в итоге Sun-City отъехал. Сейчас как-то это было неожиданно вообще. Так, Nightmare бросается на Пупеху. Брамблмейс 2, 1, сейчас будет готов. Там сбоку Кинг пошел вперед. Он вообще что-то не сильно стесняется. Спрей по Юраге. Убивает Юраги, умирает Юраги, Кинг. Что ты делаешь? Подожди, он говорит, еще и Пупей. Пока вот из всех, кто пришел, мне кажется, играет очень ну ладно, Кинг играет. Знаешь, Малик, мне кажется, играет лучше всех из новых игроков. Почему? Так, Совар, друзья, готов у нас у Руи. Тут подкоп на Зайца. Есть Торрент. Пошла трапа, взрывается шардовая. И там даже не успел дать Чудов Реалм. Здесь Руи убивает Руи. Ну неплохо, неплохо. 22 минута. Заяц, Nightmare. Снимается Nightmare. Чё-то спирит начинает дохнуть везде. Спирит, а вы чё? В двух матчах это прям видно, это бросается в глаза. Он проседает. Так, здесь Юраги, шикалшот, фокус фаер. Команда нажимает телепорта, хорош подкоп. Умрет и Мипошка, умрет и Ларл. Классно, они их принимают, да? Классно. Здесь Руи убьют еще, да? Минус Руи. Жизнь игрока, она коротка очень. Очень коротка. Кинг забегает вперед, попадает на Бума. Бум, есть танк, есть дабл эйч, кунка ЕМП, пошел вейв. Вейв отталкивает у нас всех подальше, но Бума все равно хотят убить, и по всей видимости получится это сделать, получается. Сбоку опять на Ларла, он в фокусе, там шикалшот хороший. От Юраги умирает Лар, но это хрен с ним, тут главное, что будет с Кингом. А вот с Кингом тут не так все просто, потому что нажимается бластом, падает Заяц, снимает с него стрик, попадает на Пупеху, Пупеха умирает тоже. Минус Пупей. Минус 3. Кинг пока что неубиваемый. Поймали Санси. Санси должны забрать. Это хорошо. Нажимает СТП. Аегис упал. Но пока мы не понимаем, что происходит. Друзья, интернет у меня работает нормально, если что. Да, просто залагала дота. Так, а тут начинается драка. Да, нападает на Санси. Санси принимает, забирает его. Стампит. Заяц. Зайца цепляют. Зайчик умрет. Тут. Позволяет себе выйти с базы. На осторожно. Нужно быстрее уходить под базу. Быстрее, быстрее, быстрее. У нас сейчас напасть. Врывается. Ну, Заяц отдали. Заяц умирает. Там сбоку пошел Кинг на Пупе в соло. Посмотри, что делает. Уже все, обнаглел. Но как-то можно, в принципе, и наглеть. Фингрип на Юраге. Минус Юраге. А он-то без байбека, кстати говоря. Да, он без бая. Кинг дает, пошел Аеги свой отдал, чтобы стать фуллом и пойти спокойно бить дальше, да? В сторону, главное, чтобы под фонтан сейчас не загнали. В стиле команды Team Spirit, кстати говоря. А он так пошел, говорит, хорошо. Под фонтан, так под фонтан, поехали, пацаны. Спиной развернулся, собирает Бума. Но Пупей у нас пока что выживает. Минус сторона есть, насколько же ему пофигу. Терпило, да, явно терпило. Он в последнее время сейчас стал. Очень трудно ему играть. Обрывается Малик.
А Санс, друзья, с байбеком, но он умрет. Да, он умрет, но там мегакрипы. Самое главное, побега прыгает вперед на хушоте. Пошли байбеки, Юраги залетел вперед. И за это сейчас, по идее, умрет. Да, умирает Юраги, Пупей. Пупей держит на себе двух героев, приходит Бум на помощь. Пупей пока что нажимает, ветра выживает, умирает Заяц, падает Руи, падает Непошка. Выкупается Руи обратно в игру, Ларл Гоствол активировал, прожал, выжил. Но самое главное, то что Кинг живой. Он живой, и сегодня он свой ник оправдывает. Это реально, друзья, Кинг, GG. GG, Na'Vi покидают с Пупеем квалификации в первом раунде лузеров. Ну а Team Spirit проходит дальше и через полтора часа сразятся с командой 1V тоже в матче на вылет. Ну у Spirit'а в принципе все матчи уже до конца квалификации, они остаются на вылет. Поэтому все у Spirit'а, друзья, впереди.